Всем привет! Сегодня 17 марта, утро. Наконец-то я выхожу на рыбалку. Меня больше недели не было. Я уезжал к родственникам в Ставропольский край. Там вообще тепло, плюс 22 днем было. Ну, плюс 20, плюс 22. Все цветет, благоухает. А вчера приехал и вышел на рыбалочку с утра. Ну, у себя возле дома карасика половить. И просто пошел снег. Не знаю, прикормил, на червя попробовал на поплавочную удочку. До обеда карася вообще ни одной поклевки не было, вообще ничего не поймал. Но, может быть, это, скорее всего, из-за погоды. Тоже здесь тепло было и резко такой вот перепад. Сегодня решил выбраться на байдарке, на лодке. Уже все упаковано, все собрал. Сейчас на Волге высокий уровень воды, как и в прошлом году, в принципе. Много воды, и поэтому вот эти все каналы залиты. Здесь обычно сухо бывает. И сейчас я хочу по каналу выйти в небольшой ерик. Интересное место, туда сейчас не проехать. Я вообще давно хочу на мотоцикле выехать, но холодно. И туда сейчас не проедешь все равно. Сегодня вот тоже с утра где-то минусовая температура была. Хотя вообще странно, до этого жара была. Пройду примерно километров 3-4. Пока не знаю, вообще смогу я пройти, нет. Но я думаю, каналы, потому что по воде смотрю, каналы прям залиты очень. Не знаю, что сегодня буду ловить. Есть все. И черви, опарыш, поплавочные удочки, донка, спиннинг, блесна, там воблеры, силикон. Ну, больше, наверное, хочу просто отдохнуть. Именно походить на лодке, посмотреть природу. Весна все-таки приятно. Погодка класс. Ветерок в спину будет дуть и не сильный. О, грязи сколько здесь, правда. Ух ты. Приятные моменты, конечно. Я люблю байдарку, каяк. Да, грязи очень много. Ну ладно. Да, то вот тучки. Сейчас собирался, тучки были. Сейчас солнышко вышло. Непонятно. Дно лодки я заклеил. Все четко. Жидким ПВХ. Как обычно. Но вот на самом деле даже и рыбы не надо. Вот только вот в такой вот поход отправиться. Хоть на один день, одним днем, но очень интересно на самом деле. Вот. Сейчас идет вилка, канал раздваивается. Мне надо вправо уходить. Это я точно посмотрел по карте. Мне вот в этот надо сторону уходить. Наверное, где-то 3,5 километра выйдет. Я думаю, так. Вот это лебедь-кликун. Такая вытянутая шея, прямая. В отличие от лебедя-шипуна. И вот клюв такой желтенький. Два молодых и два уже взрослых. Очень красивые птицы. Крупные. Какая красота. Вышел я наконец-то с этого канала. Вон он там, дальше. А сзади ерик. Сейчас пойду по течению чуть вниз. Наверное, метров 300-400. Там место есть интересное такое, узкое. Деревья красиво. Да, пытался поднимать квадрокоптер. Хотел поснимать кадры интересные. Опять какую-то ошибку выдает. Кто не знает, он у меня падал в том году осенью. Потом я его ремонтировал долго, запчасти ждал. Вроде все отремонтировал. Программу переустановил. Там он требовал. Сейчас опять какую-то ошибка какого-то контроллера там выдает. Не знаю, сейчас переустанавливать, но смысла нету, потому что здесь интернета нету. Буду дома смотреть. Опять какие-то проблемы. Ну а так вообще погода, природа супер. Столько всего видел. Вот эти лебеди, кликуны именно. у которых прямая шея. Много здесь, кстати. Ни одного шипуна нету. Вот в другой части области, более к западу получается, там в основном, не в основном, а весь лебедь шипун, а здесь лебедь кликун. Вот такая красота. Деревья. Здесь островок. Там еще один канал. Вот это остров получается. Воды много. Лед видел. Утром чуть подмораживало. Но здесь что-то не видно. Хотел, думаю, позже покажу. А здесь его и нету, оказывается. Иду сейчас по ерику, уже по течению. Там течение должно быть хорошее. Ловить рыбу. Ну вот выхожу. Поход был, конечно, прикольный. А там столько зигзагов. Сверху его поснимать интересно. А вот здесь уже ерик широкий прям. Ну и красивый, конечно. Вон деревья. Вот как раз те деревья я иду. Здесь поворот сейчас будет такой на 90 градусов. А дальше деревья. Деревья. Красота. Посмотрим, что здесь за рыбка. Проснулась? Нет. Так и зарядочка такая прям хорошая получилась. Спина так. Руки напряжены. На байдарке ходить одно удовольствие. Сейчас вышел вот в деревья уже за поворот. Норка там на берегу, попробую заснять. А, лодку крутит. Сейчас мы ее... Как всегда меня встречают норки. Вот она, вот она. Ах, убежала, зараза. Вот норка в этих деревьях сейчас была. Тянула меня сюда, конечно, потому что вот посмотрите, какой пейзаж. Но это что-то с чем-то. И течение вот сейчас меня несет. Очень красиво. И ветер удачный такой. Он сейчас мне в спину будет дуть. Сейчас на поплавочку попробую здесь, наверное. Вот видно, как течение, деревья лежат и там крутит воду. Ну и меня несет сильно. Я сейчас не гребу, ничего. Вот такое здесь течение прям ускоряется. Здесь обычно много бывает густеры и всякой, даже карасик. Но вот карась не знаю, вода холодная, конечно, сейчас. А уж густеру, я думаю. Я не знаю, может быть, у меня какое-то обостренное чувство прекрасного, но здесь, ну, по-моему, очень красиво. Прям получаю удовольствие, такие эмоции от этого места. И здесь сразу, кстати, это обрыв, надо как-то поаккуратнее выходить. Опа! Отлично. Все супер. У меня он спиннинг расчехлен. Я пытался немножко щуку пробовать ловить по пути. Но все равно шел. Прекрасное место. О, вон еще одна норка бегает. Блин, сколько. Эй, зверушка, стой. А вот она. Ох. В дупле у нее там норка. То есть жилье. Блин, вот всегда их встречаю. Всегда на своем пути. Много норок. Уютная она там устроилась в дереве. Опа, убежала. Все супер, все замечательно и просто прекрасно. Уже две норки видел. На место вышел. Да, ну конечно задержался я немножко, там еще половил. Сейчас вот штиль был. Вот рябь пошла немножко, только все. Переплывает речку. Донку собрал. Сейчас пробовал на поплавочную удочку. Течение сильное, конечно. Опарыши убегают. Побольше сажаю так опариков на 2 крючка. Ну вот, вот комок и здесь. А вот поплавочку собрал, сносит сильно течение. Может быть, потом попозже вернусь в канал, в самое начало. Попробую там течения нету, именно на поплавок половить. А сейчас на доночку вот так вот. А, я думаю, хватит на середке как раз. На поплавочку не получается здесь ловить. Рогатку приготовил. 5-метровая. О, что-то сидит. Нифига себе. А, окунь. Так, здесь ветки. Вот здесь как раз прогал. Я уже это место знаю. Окунь попался на червя. Я просто здесь как-то на поплавочку хорошо ловил. Но надо груз тяжелее делать и поплавок мощнее ставить. Окунь, конечно, такой не нужен. Давай, друг. Счастливого пути. Чуть червей есть. Сразу сносит. Все, понесло. Да, но это не карась. Это как раз лангустера. Приятно смотреть на это. Опа, ну да, сидит. О, мелкая вообще. Засеклась. Возьму нажарку. Должна быть покрупнее, конечно. А вот таких десяток даже поймать, пожарить, чтобы они хрустящие были. Самое то. Садок там под низом. Весь не буду садок раскрывать, так вот чисто. Вот так вот. Я попал какой-то заповедник норочий. Ну, я думаю, это одна-две здесь живет. Туда-сюда лазит. Вот она какая морда. Клюет практически сразу. Ну, вот эти поклевки. Это все густера, конечно. Прям заклевал хорошо. Ага, сидит. Как приятно на течении здесь. Опять небольшая что-то. А, ну нет, побольше уже чуть-чуть. Заглотила, как долго сидела, видать. На нижний попалась. О! Не знаю, я сегодня хотел именно такую рыбу половить. Но если карась, конечно, клюнет, это будет супер. Но вода холодная, рыбу берешь, аж рука мерзнет. Вот она, клюет, сидит уже. Уже сидит. Вон какая попалась. Хорошая. Густерочка. Давай, полезай. Сколько уток летает. Весна. Идет, идет красотка. Опа. Поплыла норочка. Еще и не сидится на месте, туда-сюда. Плавает, плавает. Он как клюет, мощно. Поклевывает прям. Эх ты. Сидит, сидит, сидит. Сейчас вот штиль прям. Так приятно. Не пойму, что-то мелкое. О, карась! Вот он! Вот и карась попался. Значит, штук 5 гусерок было. Ну, не крупный, небольшой, но карась. Карась, значит, ловится уже. Вот он, родной. Блин, как приятно. Вот это счастье. Я же смотрю, поклевка отличалась. Она более мощная такая была прям. Но, кстати, вел я его, думал, что-то мелкое. Как-то он по течению шел, что ли. Кстати, вот если карась есть, я даже не стал сегодня червя одевать. А так-то можно и червячка попробовать. Я думаю, он получше будет на карасика-то. вот на опарыша взял. Я прям попробовал закинуть под кусты на тот берег. Ну, как бы на этом я нахожусь. Там вот поплавочек у меня стоит. Ну, что-то поплавок сносит сильно. Попробую вот такой комочек сейчас надеть. Блин, карасик, ну это круто. Парочку-троечку поймать карасей на жареху, и все. День удался. Сама атмосфера здесь приятная очень. Я говорю, даже особо и ловить-то сегодня не хотелось. Вот погулять, на лодке походить. Вон, туда вот я кидал, под тот бережок. И попался карасик. Там такая растительность просто густая. Как бы рыбка там, я думаю, должна ходить. Сейчас подтопила траву. Вот сейчас штиль. Вот сразу начинает клевать. Сразу прямо. Ну, поклевка отличалась, конечно. Клюет, клюет. Все тучами затянуло. Только птиц слышно. Такая разноголосица прям. Течение сильное очень. Ох, моменты такие, сердце замирает, эти поклевки на доночку, тянет, тянет, все, сидит. О, ух ты, бьется, водит, блин, водит больше, чем тот карась, мне кажется. Опа, что-то, ух ты, хорошая. Две густели какие попались. Червя я насадил. Нифига себе. Нифига себе. Вот это я понимаю. Пошла жара. Что-то я раньше червя не насаживал. О, какие. Вот это красотки две. Вот таких бы на засолку. Побольше бы наловить. Рыба холодная, ледяная. Просто беру в руки. Просто леденющая рыбина. А что, вода идет оттуда сверху, сейчас спускают. Клев как надо, прям клюет. И погода класс. Что еще надо для жизни? А ничего больше не надо. На данный момент, когда приехал на рыбалку, вот она поклевочка. Хорошо клевала. Хорошо. Ох, как же здесь на течении просто чувствуется эта рыба. Ну, еще такой спиннинг лайтовый. А, густера, я думал, ну, хорошая такая. Я думал, карась, что ли, опять. На червячка. О. Да. Фу, эмоции сегодня, конечно, день такой эмоциональный вообще. Ну, потому что, видимо, еще лодка. И место вот это классное. Уединение такое с природой. Норки лазят постоянно. Здесь одна переплывает, потом там лазит. Уток куча летает. Просто тучи уток. Лебеди. Ну и природа сама вот эта. Окружающий вид такой. Просто прекрасный. Ничего больше не надо. Клюет сразу. Опа. Идет, идет. Идет, 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 идет. Увидела меня, что ли? Камеру одну пока на зарядку поставил. Клюет также постоянно. Вот она. Ой, интересно. Два крючка у ней во рту. Вот бустера. Та же самая. Вот такая. Хорошая. Пойдет. Интересно, вот как такое бывает, когда два крючка во рту? Раз, а второй вообще глубоко. Все время поражался. О! Хорошая. На посол. Это уже сидит, наверное. Да, поклевывает хорошо. Камера подзарядилась. Потихоньку подлавливаю. Вот такая красавица. Заметил, червя подсаживал. Сейчас свежего насадил. Получше клюет. И покрупнее. Вон какое небо сегодня красивое. Тучки. До этого их больше было. Сейчас немножко поменьше. Вон вдалеке кони гуляют, кстати. А вон маленький жеребенок. Вон все в траве. В молодой. Газон прям. В футбол играть можно. И ровно так, главное. Ровно-ровно. Все будут косить потом, летом. Когда она вытянется, вся трава эта. Сначала зальется лук весь. Это луга же. Облака красивые. Супер приятный день сегодня. Весна, хотя я больше люблю апрель. Где-то середина апреля, начало. Потому что уже все цветет. Погода такая прям теплая, отличная. А сейчас холодно как бы. И не особо такие пейзажи как бы яркие. Тоже интересно и приятно, но не так, конечно, как уже позже. Все, лодку упаковал. Тут, наверное, штук 25 густерок-то. И карась один. Наверное, здесь на посол-то мало будет, конечно. Надо больше ловить. Так, на жареху бабушку угощу, если надо будет. Спрошу. Себе. Вот, кстати, дно заклеил-то я жидким ПВХ. И вот сколько уже, полдня, даже больше. Все держит нормально. Да, течение прям чувствуется здесь, конечно. Спину чувствую. Руки, плечи. Сегодня походил хорошо так. Ветерок прям в лицо еще дует. Вот нравится это место и все вот тут. Вот эти желтые камыши всегда глаз радуют. Чувствуешь такое что-то родное, теплое. Это, наверное, как для какого-нибудь сибиряка. Кедры видеть. Привыкли к ним. А у меня вот камыш всегда вызывает эмоции положительные. Потому что всю жизнь в них, в этих камышах с детства. Вот, кстати, можно где-нибудь здесь попробовать на поплавочную удочку половить. Бережок хороший. Но вот с этого берега бы ветерок, чтобы в спину дул. Здесь он более заросший такой. О! Ну, здесь выйти можно. Особого клёва вообще нету. Вот это вроде течением несет. Поплавок. Клёва нет. Надо домой собираться. Опа, опа. Окунь. Окунь, окунь, окунь. Чё-то мелкота. Ну вот она что-то поклевывает. Это мелочь. 100%. Такой поплавок уже бы увела рыба. Утопила. О. Что-то повело. Опа. Окунь. О, ну такой неплохой окунь-то. Я чуть приподнял сейчас груз. Половил я, попробовал на поплавочную удочку. Ловится одна мелочь. Все только окунь один. Вот таких где-то десяток поймал. Вот один более-менее нормальный. Я его сначала взял, а потом отпустил. Ну, один всего. Не нужен, в принципе. Рыбалка на этом закончилась. Сейчас иду по каналу домой. Хотелось сегодня чисто прогуляться, посмотреть места. Ну, так вот отдохнуть, природу. И даже половить получилось. Буду ждать погоду более теплую. Хочется уже, чтобы было тепло. Сейчас все равно прохладно. И, видимо, активность рыбы такая низкая. Ну, плюс и воды много. Воду сбрасывают постоянно. Вода очень холодная. Рыбу берешь, прям рука мерзнет. Поэтому не знаю. Подожду, когда пригреет, может быть. Может быть, выйду на моторе. Хищника попробую половить. Ну, пока такие планы. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. Я домой. Поплыл. Хорошая сегодня зарядка, конечно. Сейчас вот еще сколько грести по каналу. Нормально так выйдет. Квадрокоптер так я и не запустил сегодня. Обидно. Делал. Всю программу установил. И что-то опять какая-то ошибка. До этого вот летал, пробовал, когда тестировал. Нормально все было. Сейчас, к сожалению, не получилось. Ну, домой приеду, посмотрю, что там будет с ним. Полетели.